Новое видео выходит каждый день в 20:00. Но самый зрелищный момент, взятый из фильма, находится в конце игры, когда умирает Фрэнк Темпани. И примерно то же самое происходит с его прообразом в фильме. Привет, когда выйдет реклама моего канала? Уже скоро выйдет, на днях. Так, кто это? Алло? Здравствуй! Всем привет, с вами я, Зак. Слышь, ты не хочешь ничего объяснить, парень? Типа, то, что ты как бы у меня и у всех остальных как не бы понял. Поспиздил видосы. Не пойман, не вор, ауе! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зак, и сегодня, перед началом данного моего качественного видеоролика, качественного контента, я бы хотел обратиться ко всем вам, ну, к адекватной части моей аудитории, которая, безусловно, есть. Нет, хейтеры, не нужно говорить, что адекватная часть моей аудитории — это дети, потому что у меня адекватных людей, я извиняюсь, нету, а дети, как нам известно, не люди, неважно. И вы знаете, то есть, на мой канал совершается вот эти вот рейдерские всякие нападки, вот эти вот бунты, ни за что, понимаете? То есть ни за что. Я пытался узнать, за что вот эти вот все нападки, за что меня поставили в такое положение, оказывается, что ни за что. Сцена, где подлые полицейские заводят главного героя и его приятеля в район недоброжелательной группировки, где и оставляют их. Сцену, в которой подлые полицейские заводят главного героя и его приятеля на район недоброжелательной группировки, где их и оставляют. Понимаете? То есть, ну да, там украл там парочку роликов, то есть там 2, 3, там 4, ну ладно, весь канал, то есть подчистую слезал с других каналов, набрал подписчиков больше, чем люди, которые придумывали эти идеи, ну и что тут такого, да, подумаешь, кто-то ищет там факты, вот эти вот пересматривает фильмы, переводит их, оставляет ссылку на первоисточник и так далее. Мне похуй, я Александр Зак, ну да, там адаптировал несколько видео, ну и что? Депутаты воруют и ничего, то есть миллионы воруют, миллиарды, триллиарды рублей, я бы даже сказал, и что? Им ничего, а я, то есть парочку там, ну троечку где-то, всерочку, все ролики, то есть я, так сказать, адаптировал, и что? Они оба достаточно властные и жестокие, к тому же занимаются одинаковой деятельностью в области наркоторговли и сутенерства. Они оба достаточно властны, жестоки, занимаются одинаковой деятельностью в области наркоторговли и сутенерства. Понимаете, то есть, и тут же самое главное, что тут любому человеку здравомыслящему, адеквату будет понятно, понимаете, что человек-то вот этот вот просто завидует, который вот это вот разоблачение-то свое гадкое вот это сделал. Удали, блядь, ты чё? Ну уже спиздить нельзя или что? Я просто не понимаю, еще звонят тут всякие в Дискорде, ко мне добавляют. Я за интернет плачу, чтобы меня унижали тут, или что, я не понимаю. Окей, когда выйдет ролик с рекламы, я скину ссылку. Хорошо, а примерно когда ролик выйдет? В течение 15 дней. Хорошо, 7 апреля. Привет, когда выйдет реклама моего канала? Уже скоро выйдет, на днях. Ну вот такие пироги. Нет, ну украл я, да и что? Ладно, ладно, друзья мои, дорогие, ладно. Я думаю, что это уже не так уж и важно, то есть, там, как, кто и где, то есть, абсолютно без разницы нам, там, вам, да кому угодно в целом, то есть, без разницы. И сейчас, то есть, это я предысторию записал перед роликом, вот, и вы знаете, то есть... А сейчас пойдет ролик уже такой, знаете, интересный, 15 спиженных скрытых вещей, о которых вы 100% не знали, если не смотрели канал Поляк. Ой, что будет, если спиздить видос с закраской граффити и не набрать просмотров? Ой, что будет, если спиздить, что будет, если с канала Райлюхи и Шилкоза? А Шилкоз, кстати, вообще первый начал делать. Ой, что будет, если хуёво ответить на выпады в свою сторону и удалять комментарии? Это же уже этот ролик. Ну, неважно, друзья. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр предыстории данного ролика. С вами был я, Александр Зак. Я надеюсь на вашу поддержку. Я надеюсь, что вы прямо в комментарии напишите: «Зак, держись». Вот. Всем спасибо. Всем пока.